Сегодня около 100 представителей тюркских народов прибыли в столицу Туркменистана. По сложившейся традиции, гостей встретили с песнями и угостили традиционными туркменскими сладостями. Неделя культуры тюркских государств пройдет в Туркменистане с 24 по 29 июня с участием представителей из Азербайджана. Неделя культуры тюркских государств пройдет в Туркменистане с 24 по 29 июня с участием представителей из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также руководства международных Народной организации тюркской культуры и ее секретариата. Тюрк сайны 30 жиллик байрамы кутлу болсын. Мана шу Казахстан, Кыргызстан, Өзбекстанларда мана шу тюрк сайды 30 жиллик байрамы мана шу мәдениет, санат, туризм юнәлешләрендә бер чирайлы байрамнар булып ятты. Мана бүген Туркменстанга беренче мәртә келишем. Туркменстанны көрүп, Ашгабадларны көрүп, җиде һәм хурсан булдык. Мана шу Өзбекстан, Туркменстан дослугы әбәди булсын. Һәмешә тойларда, яхшы көннәрдә күрешәйлек. Праздничные мероприятия, посвященные 30-летию основания организации Тюрксою, стартовали в Казахстане, далее в Кыргызстане и Узбекистане. И теперь культурные деятели стран-участниц прибыли в Туркменистан. Динимиз, тилимиз, мәдәниятимиз, генетик кодымыз, ортак мәдәниятимиз бар. Тюрксою мәксәде ондан ибарәтте ки, бу мәдәнияти инкишаф иттермәк, гәләҗәк нәселләргә үтермәк. В рамках проведения Дней культуры Тюрксой в Туркменистане будут показаны концерты, танцы и фольклорные выступления.